одинаково пост идет. А вот надо бы все-таки разъяснять то, что здесь происходит. Во всю вселенную излили глаголы их. Перед чтением апостолы читают, поют. Какие глаголы? Чьи? Слова апостолов. Слова написаны в Евангелии. И тут бы остановить богослужение. Прекратить это лицемерие. Не идут глаголы. Не распространяются. Во всю вселенную вещание их. Нет вещания. А вот занаряжено богослужение, так оно идет, оно ничем не отличается литургии от тех, которые будут воскресеньем, ну только память, вспоминается святых. Равные, первоверховные слова. Этих слов-то нигде нет в Библии. И они не равны, эти апостолы, далеко не равны. Посмотрим во свете Библии, что нам скажет Господь. Занаряжено сегодня читать апостольское чтение, и читает не Петра, а Павла. И читает не то, что Павел говорит кому-то, а говорит перед всей вселенной, хвалится. А написано «хвалящийся», то есть уметь надо хвалиться, хвалить Господом. И он хвалится. Я был в опасности от лжебратьев. За что? За проповедь, а не за то, что молчал. В опасностях на дорогах за что? А шел и проповедовал. Во всю вселенную глаголы Павла, бывшего Савла. И далее, мне было дано 3 раза ударами палок. За что? За проповедь. Настрого запретили говорить. Все за проповедь, завещание глаголов, а ведь этого нет. Занарядили, прочитали, выдалили это количество слов. Диакон ушел, священник вышел, все занаряжено. Как на сцене. А репертуар-то ведь заложен здесь был очень и очень глубокий. Рассмотрим, что такое пост. Это смирение души. Исаия говорит, Господь Бог через него. Такой ли пост хочет Господь, когда человек гнется, как тростник, голову преклоняет, умильный голос делает, томит плоть свою, душу до праха смиряет и тут же делает свое дело. Пост-то ведь имеет определенное назначение. У еврейского народа был один только пост, официально установленный, потом еще 3 добавили, все они по одному дню. В Библии известен только один пост 3 дня, и тот для язычников в Ниневе, и тот царь языческий наложил все. А вот эти многодневные посты, и даже 40-дневные, великие это монахи придумывали. У них много было времени, семьи не было, коров, свиней не было, и они выдумывали. Для меня один из самых тяжелых моментов это Петров пост. Дети приезжают месяц, и выезжают, и молока не видят. Посмотрим, что такое пост. Тело связано с душой, смиряя тело, не давая ему есть, возвышаем душу. Постом и молитвам изгоняется нечистая сила. А какое отношение имеет это к посту? Постом человек приготовляется к принятию возвышенных, превыспренных идей. Вот пасхальный пост. Для чего? Встретить Пасху. Агнца Божия. Очиститься от скверны плоти и духа и воспринять его, воскресшего из мертвых, победившего ад и свет. Но это разовое, единственный раз, сотворенное Богом, должно отобразиться в каждом. А разовый акт и от нас. Я принял его, все на этом закончится. Теперь только сохранить. Рождественский. Рождение Богом младенца. Обещано было пророками. Родиться от Девы Марии. Пост церковь назначила. И пост не просто пост, а многодневный. Кто все это делал с какой целью? Цель-то ведь была у того, кто делал. Сделать человека лучше и чище. Благие намерения. Но они остались только намерениями. Вот эти посты-то, их никто не отменяет пока. Они их нарушают сплошь и рядом. Сегодня те, кто исповедовался в церкви, ну, в любых церквах, где, не у нас, ведь, ну, не меньше, чем на 95% нарушают этот пост. Ну, бабки только какие-то еще соблюдают. Его и никто и не соблюдает. И, ну, великий пост, первую неделю, последнюю. Даже великий пост распределили уже, первую, последнюю. А дальше патриарх придумал что-то, сказал. И каждому посту определенное время. А вот Петров пост, он как мерцающий, пульсирующий. То длинный, то короткий. Зависит от Пасхи. Пасха ранняя,
Ранняя Троица, через неделю сплошная неделя, и начинается пост. А заканчивается точно 12-го. Но нельзя перенести казнь. Она уже назначена. Казнь апостолов была. Почему? Я думаю, и здесь имеет смысл. Там как бы застывшая, привычная, а здесь все время вздрагивает, пульсирует, толкает. Работы нет. Шоковая терапия идет постом. То 3 недели, то 5, то 1 неделя, там 1 день. Там, почему? Цель поста только у одного была. А Успенский вообще ни о чем, только Божья Матерь умерла. Ни к чему не подготавливает. Смерть, да мы каждый день должны готовиться. Помни о дне смерти. А вот Петров пост, это единственный, который имеет определенное назначение к каждому человеку на каждый день. Приготовиться к проповеди. И помолились постом, молитвой, и возложили руки на них и отправили на проповедь. У него глубочайший смысл у этого поста. Когда его придумали, я не знаю, но 1000 лет это наверняка уже есть. Это монахи, это где-то 7-8 век. Мне так кажется, что нашелся человек, который понял, потеряли проповедь. Осталась одна слепая обрядность. Вот подойти к храму, надо поклониться. Лицемеры на углах молятся. В храме зайди поклониться. К иконам-то не лезьте. И там поклонники самые настоящие. Будем выходить из храма, будут иконы. Не шарьтесь по стенам, как слепые. А вот проповеди-то нет во всю вселенную-то. Не изошли глаголы. А апостол Павел-то, чтение-то назначено, оно об этом и говорит. Я во всю вселенную понес Слово Божие. И что со мной было, он перечисляет. Непрерывное истечение народа. За что? Пробужденные люди задают вопросы. Жаждут исправить свою жизнь. Я пробыл во глубине морской. Никто не знает, что это такое. Предположение, что был где-то, он прятался в колодце. На глубину нескольких метров ниже уровня земли. А море здесь нет. Слово «морской» стоит курсивом. Это переводчики дали. За что? За проповедь, как Афанасий Великий. За что гнали за Толстого? За проповедь. А ее-то как раз и нет. И поэтому весь пост – это сплошное лицемерие. На каждый день, на каждый час. Более страшного времени, наверное, в году мы не делаем, так обещая себя каждый день. И что ждем? А уж сегодня там молочно, а сегодня там мясо. А сегодня как раз не разрешено. Еще на завтра на один день оттянуть. Ведь все знают, пост кончился, уже что-то готовится, мы заквашиваем там. Пост определяется чревом, а не проповедью. Не имеете права разговаривать, если вы не проповедовали. Вы продлите этот пост. Продлите, дайте отчет Богу в своем уповании. А вот сейчас попробуй скажи, дай отчет в своем уповании. Как ты живешь по теряйке? Сразу, а ты что, мне начальник, а ты что, мне учитель? Это и говорит, что ты неверующий, ты отвечаешь как блатной человек. Написано всякому требующему, всякому. Я как раз тот всякий. И у тебя требую, не прошу. Вы не просто слиняйте, прости за выражение, и потеряйте. А расскажи, как ты здесь появился, какая была цель. Ты же лицемерил здесь жил. Цель-то осталась та же самая, а ты какие слова дурные говоришь. На благочестивых старинных обычаях. Ты все время тормозом был. Ты со злодеями сообщался, с врагами, разрушающими поселок. А теперь поселок развалится, нигде он не разваливается. Разваливается ваш путь. Вы идете в мир. И то, что смотрите сегодня 32 программы, эти прелюбодеи, садомиты, теперь у вас будут не на экране, а вы туда толкнете детей. Теперь вы на практике испытаете, что вы делаете 15 лет здесь. Наступит расчет. Проповеди не было. Сядь и напиши, пожалуйста, отчет. Я попрошу в воскресенье, подготовьтесь, сегодня попаститесь. И расскажите, где вы за это время благовествовали, как не нарушали устав. А устав основан на Священном Писании, на благочестивых старинных обычаях. Дайте отчет своему упованию, чтобы вы дальше злые слова не распространяли об этом поселении. Сегодня разрушается все, громадные города, пустует банк. Весь Восток пустует. На уровне правительства, говорят, весь Восток уже вот 10 лет отойдет Китаю. Так что удивляется о маленьком поселении, которое основано на евангельской вере. И это от вас зависело, здесь ничего не изменилось. Вы еще как-то детей сохраняли, хотя они все время нарушали устав, глядя на вас. Вы уедете, вам это не надо. Вас поезд жжет. Напоминание о проповеди окоробит вас. Давайте посмотрим. Без предвзятости на этот пост. Что мы приобрели? Что потеряли в этот пост? Во время поста до 5 недель, да ты уж килограмм-то на 10 уменьшился бы. А
нам так готовят, что мы еще килограмм 5 наберем. И тоже лицемерие. Что говорят апостолы друг об друге? Ведь интересно это. Какие у них отзывы? Как говорил Павел о Петре, а Петр о Павле. Ясно, что в Евангелиях не могло быть написано о Павле, потому что он был еще в другом лагере. А вот после он обратится. И он превзойдет всех. И это мы увидим на страницах Священного Писания. Вот Петр, второе послание Петра 3.15. Он один только раз упоминает о Павле. «И долготерпение Господа нашего Иисуса Христа почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал». А почему ты, Петр, не написал об этом? Ну, мы дополняем друг друга. Как Златоуст говорит, это два вала в одной упряжке. Но Петр никогда не претендовал на равенство с Павлом. Нигде. Он, даже по этим словам видно, что Павел с премудростью, Бог дал ему, нет, а мы это приняли. И Павел понимал, что он не равен Петру, а выше его. И в этом ничего удивительного нет. Почему? Он говорит, я более потрудился. И перечисляется великих апостолов. Он о себе свидетельствует. Не мы. Это люди придумали, равные. Втором послании Коринфянам 1.23. Вот мы считаем. Он говорит, вы Христовы служители. Безумие говорю, я больше. Кто может опровергнуть эти слова? Безумие, почему? Ну вы вынудили меня к этой похвальбе. Ну сравни, что ты делал для Бога? Где ты распространил глаголы? Семь полнота. Петр написал два послания, Павел 14. 2×7 – 14. На полную полноту больше. Ну какая же разница, это большая. Очень большая. И чего он коснулся, да мы знаем, что еще потеряны послания какие. Минимум два, которых упоминается в других посланиях. Ладикийцам и 3 Коринфянам. И вот что мы считаем, слышим сегодня в евангельском чтении. Матфея 16:19. Когда Христос спрашивает, за кого посчитают его ученики, а Петр говорит, ты Христос, сын Бога живого. И 19 стихом заканчивает. 3 стиха фактически. 4. А ведь дальше-то идет еще и 23 стих. А в 23 стихе Христос говорит Петру, отойди от меня, сатана. Вот сегодня ты подойди к священнику, сатана. Ты не проповедуешь. Подойди к епископу, ты скажешь, сатана в рясе. Сатана с панагией. Думаешь только о земном. Храмы строить никому они не нужны. Обманывать людей с мощами. Почему не проповедуете? А Петр, ведь он не оттолкнулся от Христа. В него вошли эти слова и оставили большую метку. Думать не себе. И причина какая, что ты сатаной назван? Что ты думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. А что Божье? Благовестие, спасение ближнего. А остальное это антураж. Это просто сцена. Вот строят храмы, купола, а уже оптинские старцы, Анатолий, другие предсказывали, будут золотить купола, но в храмы эти ходить нельзя. Это подготовка к воцарению Антихриста. И печатают сегодня эти слова, и золотят купола там, где он эти слова сказал. Лицемеры! Патриарх говорит 20 минут, и ни разу слово Христос в Библии не произносит. Его речь-то у нас в руках, притом мы слышим, прямая трансляция идет прямо по радио, по телевидению. В первом послании Коринфянам 1.13. Павел говорит сам о себе. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? У него ничего не было. Один Христос. Как можно себя было поставить так, что Иоанна Кронштадтского посчитали за Бога? При нем секта ионитов была. И поклонялись. Боженька сошел на землю. Павла гораздо язычники так назвали, он тоже разрушил авторитет. Он не мог разрушить. Всех таянитов жал по сегодняшний день. Так это не у него одного. Посмотрите, это даже самым знаменитым идолам так не поклонялись сегодня, как Серафиму Саровскому. Бога не знает, люди Серафимы, это раскрутка чисто театрального порядка. Никто не знает, откуда такие мощи. А подплатитесь с постом молитвы, да начните о Христе проповедовать. Не канавку протаптывать. А путь к сердцам людей прокладывать. Вы же всю дорогу забросали. Пройти нельзя. А ведь на пути к Богу дорога должна быть расчищенная. Вот у нас на неделе случай, у батюшка едва не разбился.
Поехал на покос, в траве лежит железяка. Кто-то же ее положил, а трава покрыла, ее не видно. Пока трава-то ведь росла-то, ее кто-то же видел, почему же не отнесли ее в безопасное место? Написано, расчищайте дорогу. Тот человек не знает, он лег спать, и на суде Божьем они встретятся. И он покажет руку, больное плечо, это ты положил. У Бога все вымерено. А мы не знаем про того человека, может, ему в станке уже руку оторвало. И люди говорят, он невиновный ни в чем. Почему Бог так жестоко поступил? Да у Бога-то все вымерено. Не надо инвалидными колясками церковь забивать. Церковь должна молиться о ногах благовестника. Идите на проповедь. Мне пришлось грузить большие контейнера, трайлеры в Америке. Я едва сдерживал смех, что там грузили. Коляски, инвалидные костыли, бедная Россия. Там уже выздоровели, все спихивает сюда. Ведь это на сегодняшний день конкретно. В сегодняшний день надо каждому дать коляску, выезжая, чтобы ты подумал. Ты же не идешь на проповедь, ты же без ноги. Я говорю не о физическом. Интересно-то, и не идут на проповедь. И спрашивать их никто не будет, и на исповеди не будут спрашивать. Ты постился, постился, а пост назначен для того, чтобы благословить на проповедь. Лицемеры. Вы не имеете права причащаться, если вы нарушаете назначение этого поста. Дождись другого поста. Если ты на проповедь не шел, даже ближнему брату-сестре не засвидетельствовал. Богу лицемеры не нужны. В первом послании к Коринфянам 3:5. Павел говорит, кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И каждый, поскольку каждому Бог дал. А сегодня служители что? Прислали, служит он. Кадила в руках, это служители. Павел о чем говорит? И Аполлос, и прочее, мы знаем, это служители, значит свидетели. Это значит благовестники. В этот пост усилить все надо было, молитвы, пост крепче держать, чтобы на благовестие пошли Аполлосы. Чтобы на благовестие Бог выслал Павла. А ведь батюшек Павлов-то много у нас в храмах. Да ведь отцов-то, Петров-то, на всю Россию, если взять, да на весь мир-то, тоже много. Так почему же не поревновать этим великим мужам веры? Филимону апостол Павел показывает 1:9. Полюби, лучше прошу. И никто иной, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. То есть ты знаешь, с кем разговариваешь? Это я, Павел, с тобой говорю. То есть он знал силу свою, знал характер, величие своей фигуры, авторитета. С тобой и я, Павел, говорю. Ты маленько чувствуешь или нет? Да притом я узник Христов. Почему же ты неблаговейно ко мне относишься? Я в узок поймал твоего вора, раба обратил. И, как правило, эти люди начинают своих учителей отталкивать. А я и раньше тебя знал, а я и раньше ходил. Это все было. Я прошу отъезжающие, напишите, как вы пришли к Богу, сколько вы чего слышали, какая причина, что уезжаете. Мы в 15-м томе опубликовали 74 свидетельства, как пришли люди. И я обзвонил, и мне помогли найти отступников. И только один отпадший написал, один. Потому что ее мать ревностная христианка, и та дочка еще, ее, она волнуется все еще и заботится, как я потеряла вот это. А остальные ни под каким видом не пишут. Почему? А там сплошное обличение тебя. Дьявол не допускает писать. И отъезжающие ни один не написали о своем обращении ни ко мне, а ко Христу, в общем, никто, под разными предлогами. Ведь это тоже свидетельство. У вас уже совесть задушила. Ну достойно выйди и скажи так и так, я вот это потерял, да. Дети мои будут потеряны. Все, которые ушли, все потеряли детей. Ты не исключение. Почему? Никто не будет поддерживать. А здесь их на каждом шагу вылавливают и поддерживают. Филиппийцам 1:19. Я, Павел, написал моей рукою. Я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты самим собой мне должен, как он восстанавливает свой авторитет. Петр этого нигде не говорит. Почему? Когда мы считаем о Петре, это житие. Это предание. Ни за одно слово ручаться нельзя. Было так или там борьба с волхвом Симоном, тот летал по воздуху, все борьба с какими-то колдунами, чудесами. Добавить ничего не могли те, кто писал жития в биографии Петра. И она пишет, вообще непонятно. Ученик Прохор попали в пленение к одной колдунье, Романе, и несколько лет
батрачили на нее и не могли вырваться, ни евангелист Иоанн, ни его ученик. Вообще непонятно. Павлу, когда пишут биографию его жития, нигде ничего этого не добавлено. Почему? Конечно, большую роль сыграл Лука. Но я ставлю вопрос, а Лука знал про Петра? Знал. Тем более написал Евангелие. Почему же он не принял Петру? Хотя книга называется «Деяния апостолов», но она почти вся, начиная уже с 6 главы, посвящена 7 главе апостолу Павлу. 8 он уже обращается. Поэтому этот апост возвышает каждого, кто исполняет его с радостью. Пусть бы он один день был. Потому что на апостола, когда руки возлагали, посылали, кого один день постились, один день. Ну, хватили 40 дней, 40, 77, 49 дней. Один день! Галатам 1.18. Павел говорит, когда спустя 3 года я ходил в Иерусалим, то был с Петром вместе, пробыл у него дней 15. И далее говорит, и ничего на меня они не возложили, когда я им предложил путь. Путь был необычен. Апостольские 12 мест уже поделены. И вдруг Павел вырывается, совершенно никому неизвестный. Ну, разделили Марку Александрию, Фома в Индии. Павел, там это место нет, каноническое, как сегодня говорят, это смешное слово. Это нет. Павел поломал все эти каноны. Ему уверена вся вселенная. Он обретал ее из конца в конец, как говорит Златоуст. Галатам 2.7. Напротив того увидишь, что мне велено благовестие для необрезанных, как Петру, для обрезанных. И Кифа, Иоанн, Петр, Иаков. Ничего на меня не возложили. Он перечисляет их. И ничего великого я там не нашел. Ну, обрезанных сколько было? Да евреи. Ну, допустим, 2 миллиона. А остальная ему вся вселенная. А мне не обрезанная. Он сам говорит, что ему верено. Верено Богом. Для необрезанных. Для неевреев. Обрезана это только еврейская нация. А их нация 2896. Значит, 2895 Павлу и всем апостолам одна. А дальше они уже распределили, пошли к другим. Галатам 2.14. Когда же Петр пришел в Антиохию, а это место, где христиане впервые стали называться христианами, то я лично противостал ему. Ну кто бы одобрил сегодня, если один епископ восстал бы против другого? А ведь есть такое. Я разговаривал с Синоди и говорю, ну вот вы говорите так. Он говорит, а я не согласен был. Я говорю, ваша подпись стоит. Ну у нас так принято, не согласен, но проголосовать согласен. А потом на отдельной бумажке я могу выразить свое несогласие. Лицемеры! А люди-то попались по полной программе на это. Я говорю, мы-то этого не знаем, ваши закулисные ходы. Мы-то поверили вам, что действительно так и есть по отношению к Московской Патриархии. Мы верили вам. А оказывается, у вас это тоже все шатко и хлипко. И 14 стих. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, сказал Петру при всех, если ты, иудей, живешь по-язычески, а почему ты язычника принуждаешь жить по-иудейски? При всех. А написано «обречи наедине». А этот грех был перед всеми, надо было обречить перед всеми. Вот сколько раз Павел упоминает о Петре. И при том упоминает, вы видите, в каком смысле. Насколько же он ниже, меньше понимал его. И как мы должны быть благодарны и Петру, и Павлу, что этот конфликт был. А Иоанн Златоуст говорит, они умышленно, как по договору сделали это. Чтобы, вытерпев упрек Павла, другие могли понять. А уж куда нам-то против Павла говорить? И все остальные смирились. Может быть и так. В Деяниях апостолов, 6 глава, 4 стих, говорится, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И помолившись, возложили на них руки. То есть начался пост. Пост закончился, помолились руки. Ну а конец-то какой дальше? Вот пост закончился, и что дальше? И Слово Божие росло. Да Слово Божие в законченном виде не добавить, не убавить. Как оно росло? А умножалось через проповедь. Оно умножалось в сердцах слушателей. И число, результат этого распространения слова, учеников весьма умножилось в Иерусалиме.
И дальше интересно. И священников очень многие покорились вере. Ну, случилось бы такое чудо, чтобы священники православные уверовали в Евангелие. Вот бы здорово было. Чтобы епископы православные верующими стали и пошли на благовестие. И патриарх бросил бы свою клюшку, что да пошел в мир, да стал бы проповедовать. Да монахи бы вышли из монастыря или перелезли ночью через ограду, там мандру, через стену, да и пошли благовествовать, чтобы Слово Божие росло. А число бы учеников в России-то увеличилось, это сохранило бы Россию как государство. Государство православное. Это бы показало язычникам, насколько мы выше их. А сегодня поздравления дают, что террориста убили. Православный президент награждает людей за убийство. Так он убийца был. Знаем, что он убийца был. Так чем тогда мы отличаемся от тех, которые нас убивают? А в том-то и величие было бы, сказали, а у него и жена, и дети, и сам он заблудился. Поскорбим о нем. Несчастный человек, сколько душ он с собой взял. Теперь он встретился со всеми, кого взрывал. С этими невинными детьми убитыми он встретился. Какие награды? Второе послание Петра 3:14. О себе Петр сказал только один раз. «Знаю, что скоро должен оставить хранину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». И все. А как ему открыл, что ты умрешь и смертью своей прославишь Господа? Еще у нас есть посты разовые. Это воздвижение креста. Оно напоминает о смерти Христа. Нас ни к чему как бы не побуждает. А я скажу, что и все посты, все вместе, и среда и пятница образно, мистически входят в Петров пост. А воздвижение креста надо людям знать, что на кресте была любовь Божия, что Христос умер на наши грехи по Писанию. Необходимо. Да ведь он по случаю восстановления храма по строительству освящения был. Они даже воздвижение креста. Да как здорово, а храм это духовные люди. Да как раз из постом и молитвы. Вот теперь я и пойду возвещать. Голову Иоанна отсекли, усекновение, постный день. Вообще никакого отношения к нам не имеет. Тем более еще в Ветхом Завете. А подумаешь, да и имеет. А мы должны людям об этом говорить. Какой Иоанн был великий. Он не монах был. Вокруг него были люди, женщины. Посмотри на явление Христа народу, картину Иванова. Как он проповедовал, как указывал на Христа и говорил, Агнец Божий берет на себя грехи мира. Агнец. Не Агнец на престоле только, а Агнец, который сошел с неба, воплотился. Агнец, который зашел на Голгофский крест. А среда и пятница, ну среда в честь того, что Иуда сходил и... Договор составил, так сказать. Предательство замыслил. Вообще к нам как будто не относятся. А на самом-то деле среди христиан сколько предателей, сколько отступников дело Божие бросают. Да как раз апостол на это и указывает, и среда. А пятница, распятие Иисуса Христа. Тут и говорить не надо, что это указывает на сегодняшний пост. В том, чтобы мы всем говорили о Христе, о Его распятии. О чудном его воскресении из мертвых. Итак, заканчивая этот пост, дадим отчет сами себе, Богу и ближним, насколько точно мы исполняли его. Аминь.